старинный шанхайский анекдот. В Шанхае самая дорогая недвижимость в Китае. И как-то поймал один дед золотую рыбку, но он всегда знал, что рыбка исполняет два желания, на третьем обязательно обманет и сделает так, что все предыдущие не будут иметь смысла. Поэтому знаете, что загадал китайский дедушка? Я хочу трехкомнатную квартиру в центре Шанхая, но при этом я хочу ее выплатить с половины своей пенсии. И таким образом он обрек себя на вечное бессмертие с первого желания. Потому что в Шанхае 1 метр квадратный начинается от 5 000 долларов на окраине и до 30 000 долларов квадратный метр в центре города. Привет из Шанхая. Рыбки, которые исполняют желания. Вот тут надо ловить и загадывать желания. Китайцы их просто называют золотыми рыбами, хотя официально это императорские карпы.